Настоящая легенда. Иного слова по отношению к этому авто и подобрать сложно. Есть еще надежность, качество, изящность, но все равно легенда. Во всем мире Nissan Patrol известен своими великолепными внедорожными качествами и славной историей, которая насчитывает без малого 60 лет. Но это как раз тот случай, когда возраст не помеха. Автомобиль может ездить где угодно, но, как я уже сказала, достаточно большое количество, да, до 40% автомобилей 4x4 продается здесь. Мы хотели бы привлечь внимание именно людей, живущих в таких достаточно суровых климатических условиях. Именно Барнаул удостоился чести стать первой площадкой для презентации седьмого поколения Nissan Patrol. Где, как ни по сибирскому бездорожью, этот красавец может продемонстрировать свои лучшие качества. Компания Nissan совместно с автоцентром АНТ, официальным дилером Nissan на Алтае, организовали настоящее шоу с участием автомобилей Nissan Patrol и гостей мероприятия. Любой желающий мог лично оценить всю мощь и красоту новой модели. В технических характеристиках помогал разбираться эксперт-испытатель Московского научно-исследовательского центра. Мы смотрим сейчас, как едет наш папа в той черной машине, да, доча? Для нового Nissan Patrol нет непреодолимых препятствий. Как говорят представители Nissan, их миссия состоит в том, чтобы создавать автомобили, которые опережают конкурентов не на одно, а на несколько поколений. Новый Nissan Patrol – пример такого успеха.